У рамках работы 10-го форума регионов Беларуси и России Гумсельмаш открыл учебную лабораторию в Башкирском аграрном университете. У новой аудитории студенты будут выучать особенности эксплуатации гомельской техники. А проча того, тут же будут проходить подрыхтовку инженеры, которые обслуживают белорусские комбайны. При этом у лаборатории предугледжена махчимость в режиме онлайн находиться на связи с работниками Гумсельмаша, что дозволит отримливать оперативную информацию об особенностях разных моделей техники. По словам старшини Гомельского облвыканкама Ивана Крупко, открытие лаборатории – новый уровень у развития аграрной галины Башкортостана и подрыхтовки ее кадрового потенциала. Такие эдукационные пляцовки уже створены на базе 8 буйных аграрных ВНУ Российской Федерации.